Всем доброе утро. Мы садимся кушать. Кушка приготовила тут вкусный завтрак. Гренки. Ромашка с медом, пап. Ромашка с медом. Вот у нас гренки. Ой. Куда тебе сметану, сынок? В тарелочку? Штора красивая. Я просто смотрела сыр, я думала, что это сыр. Ну, давай тогда сметанку. На гренку? Да. Авокадик? Авокадик тоже. Смотри, гренки. Ну, сейчас чуть-чуть посолим. Ух ты, какой бутерброд. Держи. Приятного. Аппетита! Да? Ой, красота. Мы с Ванюшкой там немножко уже на улице поубирались, да? Ты мне так помогал. Да. Все колючки собрал. На себя? Нет, с пола в специальное место. Потом их отнес в лес, да? Ну, это возле печки. Возле печки, да. Наверху. Ладно, ребят, всем приятного аппетита, будем завтракать. Все, ребята, мы уже собраны. Сразу же берем с собой все подарки. Да, давай. Смотрите, какой стильный у нас мальчишка. Какой стильняга. Не могу, люблю. Красавчик. Ося ходит гулять. А, это на Кристину отдать Зума. Какой ты внимательный, Ванюш. Ну, даже тебе не напоминали. Да, здорово, молодец. А Надя у нас в машине забыла. Косметичку мы тоже берем. Анюте новые очки берем. И два у нас презентик и подарок. Все, спускаемся в машину. И очки. И очки. Спускаемся. Привет. Какой ты крутой. Приличилка какая крутая. Приветик. А где наша принцесса? Ну где она? Спать ложится. Да. Что, уже легла спать? Не знаю, иди смотрите. Ну, если она уже пошла спать, то тогда, наверное, нет. Мы думали, мы успеем. Папа! Проснулась наша красавица. И Надя приехала. Радостно. Поиграем с нами Соник. Анечка, поиграем в Соник. Да? Да? Давай играть. Сестра, что сделаю? Все, смотри. Садишься на пучку. Пучку? Что такое пучка? Это вот эта штука. Ладно, я сам буду играть. Она что, проснуться? Ладно, я сам буду играть. Папочка. Смотри, Анют, кто это? Я разбил мою мечту. Маленькая такая. Мы все и в сборе. Мама, папа, сыночек и дочка. Что? Хочешь опять есть? Она только что поела. Аня проснулась, поела суп, потом поела макарошек. Поиграла, да, поела макарошек. Нет, перед... сметану. А еще сметану и думала. Да, а потом еще погуляла, вернулась, макароны поела. Сейчас что? Говорит ням-ням. Ну, это так, да? А я просто макарон поела. Ага. Потому что мы дома поели перед выездом. Поэтому ты есть не хотела. А сейчас мы отправляемся на детский день рождения. Смотри, чистый на Кристину взял. Ты же уже показывал. Да. Не, он на видео, я помню. Я еще говорил, что какой ты молодец, что мы тебе не упоминали. Да, точно. Ну, повторение мать учения. Послушаем еще раз. Мы слушаем одни и те же истории много раз. Чтобы не забыли. Ребят, не забывайте. Пожалуйста. Обновляем в памяти немножечко. Такая классная игрушка. Да? Ну это же хорошо. Анюточка, что такое? Обо что, пупа? Об очки? Да. Ручку в ней. В руке они у меня. Ой,
А она их нашла все. Я ей дал. И где они были? На полу. Они просто черные, их плохо видно. Точно. Ладно, сейчас музычку включим, будет весело. Да, мы едем в батутный центр. Что будем прыгать сегодня. Анечка, смотри. Что? Ой, это что? Делать так. Я не помню. Аня, Аня, ты умеешь? А ты можешь так? Лошадка. Умница. На один год научилась уже. Да, она в годик уже умела. А я вообще на один годик не умел. Я делал так. Да, в годик у тебя не получалось, но у тебя получилось потом. Аня вообще много чего научилась очень рано делать. Ну, потому что у нее был старший брат. Да. Она все за тобой повторяет, и у нее быстрее все получается. Да. А у тебя не было старшего брата. Все, мои любимые пошли на день рождения. А я в этот раз решил не идти. Все-таки детский день рождения. Ну, можно было. Обычно как бы мы ходим все вместе. Но я хочу дома дела поделать. У меня там много всего накопилось. Поэтому я отправляюсь домой, а уже когда Катя позвонит, я приеду и их заберу. Тут рядышком совсем с домом, поэтому так, все, посмотрим, как лучше ехать. Первый пошел, прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. Ванюша там сальтухи. Давай, давай, прыгай. Опа! Ванюш, покажешь? Еще раз. Нигде он не учился, сам придумал. Молодец. Ава! Молодец, не больно тебе? Нет? Я здесь, Анна! Смотрите! Смотрю. Вау! Супер! Ага, Анюта сбегает. Наша банда. Вперед! Опа! Все. Давай. Иди. Бубочка моя. Бубочку мою, бубочку. Он нечаянно. Вы же смотрите, куда вы прыгаете. Все, беги. Беги. Давай, давай. Прыг-скок, прыг-скок. А, мальчишки наши. Давай, Кариночка, давай. Молодец. Ребята, мы уже дома, дети уже спят, мы первым делом купаться, ужинать, вот, и они уже спят, а я, помимо того, что я начала вышивать, вспоминать свое рукоделие, чем я занималась в детстве, сейчас есть уже новая такая штука, обалденная, я долго-долго думала, что я хочу это попробовать, короче, в итоге я купила. Картина кристалликами, которая собирается. Я выбрала вот такой вот
маленький лев розовый. Я хочу потом повесить эту картину у Ани в комнате. И после того, как сделаю эту, я потом с Ванюшей выберу для него, для его комнаты, и сделаю ему тоже такую вот картину. Еще классно, что на Amazon можно заказать твою фотографию. Угу. Там все вот это все сделается, и тебе пришлют твою фотку, да, ты свою фотку выкладываешь. Прямо на Amazon? Да, да, прямо на Amazon. Да. Вот смотрите, сколько я сделала за сегодня. Ну, сейчас за вечер. Ну, за вечер, да. А я вот синий цвет доделаю, что вот сколько у меня здесь есть. Пока мы смотрим там передачу, спать пока не хочется. Вот, и продолжу. А я вот думаю, наверное, когда светло вышивать, лучше под дневным светом вышивать, угу. А кристаллики буду по вечерам делать. В общем, разобью себе хобби на два. Не, я давно хотела заняться чем-то таким, мне этого прям не хватало. Я в детстве очень-очень любила я ходить на разные кружки, еще вот цветной манкой мы аппликации, да, делали. Ну, то есть, нравится. А вот эта вот штука, это такая залипательная вещь. Она так успокаивает. Ну, в плане не то, что ты там весь такой, она просто как вот, как медитация, знаешь, она так расслабляет. Mm-hmm. Ты типа, ну, когда ты первые начала я клеить, меня начала подбешивать, потому что я не совсем понимала, как его приклеить, как его отклеить и так далее. А потом, когда уже пошло, рука начала набиваться, и прям вообще кайф. Так же, как и с вышивкой. Тоже в начале, пока ты все вспомнил, пока руки вспомнили, угу. Я на Ваню смотрю, и так немножко раздражало. А тут еще мне вот этот шпатель нравится, и им подвигаешь, чтобы ровненько кристаллики были расположены. Это вообще отдельный вид искусства, как по мне. А точнее, не искусство, а отдельный вид релаксации. Так вот пим-пим, подвигаешь, они рядочками все ровненько. В общем, классная же вещь, классная штука. Единственное, что вот неудобно хранить. Оно тут в пакете как-то хранится. Я, если эту сделаю, и мне понравится, и я пойму, что буду делать еще, тогда я на Алиэкспресс закажу там баночки, такой чехол. Баночки ты клеишь наклейки с номером, и в эти баночки пересыпаешь вот это, и оно все в таком чехле у тебя хранится. Угу. Ты как? Удобно. Да, в общем, удобно и организованно. А вот, но так как это все-таки первая моя такая картина, да? Это же можно назвать картиной? Я думаю, да. Ну да. То я пока ничего не буду покупать. Как бы обойдусь тем, что есть. Как-то так. Вот. Мы тут и поужинали, и чай попили. Мне заледенел чай. Я думаю, может, еще налить. Я сначала не сразу сообразила, зачем вот эти вот штуки. Думаю, да что ж такое, что туда запихнуть? Что на него надеть? Ничего не надевается. Потом я поняла, что это по одной. Ну, брать кристаллик по одному и ставить. Ну, в общем, прикольно. Напишите в комментариях, кто тоже этим занимается. Как вам? Нравится? Нет? Что вообще скажете по этому поводу? Залипалка или нет? Но я могу сказать, если сравнивать вышивку, вот эти вот стразики... Вышивка или вышивание? Вышивание, да, вышивка. Вышивка, ну, вышивка это как будто... Уже вышитые изделия. Но если вышивание, сам процесс вышивания или вот эти вот кристаллики, то разные. Вот. Я ощущаю по-разному, да. Но и то нравится. Прикольно. Вот это мне понравилось, да. Понравилось. Но это быстрее, как бы. Потому что я там бабочку еще не доделала. Ни один, по-моему, один или два цвета в бабочке осталось вышить. Намного дольше вышивание занимает, нежели клеить эти штучки. Вот такой вот у нас, в принципе, денечек сегодня, ребят, был. Так что будем с вами прощаться. Всем спокойной ночи. Пока будешь этим заниматься, я сегодня... Смонтируешь пораньше влог, да. Так что всем пока. 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 Пока-пока.